А у нас здесь приятный сюрприз. Ну да, не очень, но приятно. Действительно, очень-очень неожиданно и очень-очень порадовала эта самка. Я не думал, что все получится. Потому что тот случай, когда я не видел, к сожалению, именно спаривания, поэтому думаю, ну, растолстела, может, жрала хорошо, потому что, ну, не было таких этапов, когда бы эта самка отказывалась от еды. Но, тем не менее, оказывается, в общем, толстая она была все-таки от того, что залетела. Ну, здесь малыши уже вышли из оболочки, сейчас вам покажу. Здесь детки еще в пленочке. Сами роды я, к сожалению, не поймал на видео, но могу показать папашу. Папаша точно такой же, как самка. То есть он, к сожалению, не такого окраса, как вот эта вот самочка ниже. Так выглядит папаша, он не такой темный, как родившая самка, но все-таки гораздо темнее, чем вот рыженькая, которая сидит недалеко от него. То есть от двух таких более-менее темных получились детишки. Как раз вот папа. Ну и мама, соответственно. Тут сейчас детишек отсажу, и можно будет их поближе рассмотреть. Догнал малышей всех в одну кучку, пока я вижу только 5 штучек. Ну, может быть, еще родит, но пока давайте этих хотя бы уберем. Хотя, зачем их убирать? Давайте пока ей оставим. Ну, пусть полежат действительно с ней. Еще, может быть, вот как раз весь день. Вот, а потом я подберу, что там осталось. И уже запишем отдельное видео по этому поводу. Вот такие вот деточки. Спасибо за внимание. В следующем видео обязательно продолжу рассказ об этих малышах. До скорых встреч. Не забывайте про лайки. Пока-пока. А, да, подписывайтесь на нас, пока мы живы.